Люди, не ужасайтесь. Смотрите, как меня. Как меня штырит, да? Судя по этим пятнам. Экзема. Не экзема, не знаю что. Здесь я не могу обратиться в медучреждение, поскольку не имею полиса. То есть могу, но платить надо. Кошмар. И вот практически вот это я замазываю, когда крашусь. Оцените мой героизм. А ведь это корочки, это не просто покраснение, это состояние кожи меняется. Блин, я вообще боюсь, что вот это такая мощная складка заложится. У меня уже все необратимо. Жалко. Ты не озвучивай его. Вопросы о подготовке к Новому году. Вот она, подготовка. Наряженная елка. И все. Сейчас я, наверное, вот себя заставляю встать и пряники печь. Но с этой девушкой планировать какие-либо действия трудно. Да, Нарана? Покажи сюда. Покажи свое лицо. Хочет со мной вместе смотреть. Покажи лицо, скажи привет. Скажи привет. Ой. Привет. Наран, сюда посмотри, сюда. Скажи привет. 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 Вот. Посмотрите, что у меня с лицом. Это кошмар, поэтому я себя показывать не буду. Вот, да. Вот ее покажу. Да. Устала. 3 часа. Она где-то с 7, с 8 бегает. Неугомонная. А я не замечаю. Готовлю пряники. Итак, друзья, пока туда-сё, уже вечер. Мы с Наранкой дома ждем родителей. Вот наша елочка. Веночек. Я не знаю, будут ли еще украшения. Да. Ну, скорее всего, просто наведем порядок. Видите, у нас как это? Сквозной проем не задернутой картин. Я хотела испечь пряники. То есть я испекла пряники, но вот теперь их пробую. Ну, на вкус-то вроде ничего. Я не знаю, вот только у меня проблема, что они черствеют. В чем секрет того, чтобы они не черствели по тому рецепту, который я делаю, я не знаю. Так, варю ужин, картофельное пюре и сосиски. Люди, привет! Сегодня пятница. За окном 38 градусов. Как выглядит 38 градусов? Нет, ну сейчас может быть другая температура. 8 утра было. Сейчас почти 10. Было написано минус 38, туман. Вот туман вдалеке вы, наверное, видите. Вот. 38 градусов. Ну, естественно, мы никуда не пойдем. С Наранкой. Вот видите, у нас здесь даже окно с этой стороны. На первом этаже пластиковое окно. Замерзла.
Нора ночь думает, что куда-то пойдет. Зачем ты это вытаскиваешь? 38 градусов, ты никуда не пойдешь, дорогуся. За окном мороз. А у нас елка. Она в круглые сутки включена. В роли Деда Мороза и Снегурочки жених и невеста в бурятских костюмах. Ах, что у ней шапочка поломалась. Надо еще мехом оторочить. Друзья мои, я опять-таки не показываю себя, потому что я все еще ужасно выгляжу. Посмотрите, что у меня творится под глазами. А руки, я даже руки не могу показывать, я не могу снимать что-то. Пустые баночки. Не могу показывать ни лицо, ни руки. Так, в общем, вот посмотрите, вот она елочка. Это к вопросу о том, как мы готовимся к Новому году. Я сегодня закончу, наверное, свой влог несколькодневный. И даже не знаю, когда мы с вами встретимся вот так вот с глазу на глаз. Ну, да. В общем, к Новому году подготавливаемся не очень быстрыми темпами. Я, например, ну, о меню своем я рассказала, все ли оно будет на столе, все то, что я перечислила или нет, я не знаю. О подарках тоже ничего не могу сказать. Почему-то мне даже все, что я могу сделать руками, мне и руками не хочется двигаться, ой, что-то делать. Вообще нет вдохновения. При этом не подумайте, что я в депрессии. Какая-то лень меня одолела. Вот. В этом году впервые я буду встречать Новый год вне дома и без мужа. Грущу ли я? Нет, не грущу. В общем, дорогие мои, до скорых встреч. Смотрите, какой красивый кадр, хотя и желтый, без меня. Ну, я вам желаю всего самого наилучшего, прекрасной встречи Нового года, самых сладких ожиданий. Нет ничего слаще ожиданий, предвкушения чего-то хорошего, и чтобы при этом они сбылись. Вот. Всех целую. С вами была ваша Аю. Кстати, ребята, я пряники испекла. Они получились вкусные, довольно-таки вкусные. Но у меня не получилось снять рецепт. Не знаю теперь, когда уже получится. Да, я могу рассказать, конечно, как они пекутся, но все-таки
видеорецепт, с ней будет гораздо лучше. Вот такой пост скрипт.